Вот этот фалик огромный, здоровый. Вот он у меня сейчас цветет. Скажем так, доцветает, тоже давно уже начал. Здесь у меня проблема в чем? Многие, те, кто держит дома цветы, наверное, знают о том, что есть такая мушка, которая вылезает из горшков. Мелкая такая мушка, она просто неприятная, летает по квартире, не очень приятно глазу. Вот. Вот эти белые штуки, это старые яйца этих мушек. Значит, как я от них избавилась? Я над цветами повесила липкую ленту от мух. Тут у меня тут летом подгорел. Повесила липкую ленту от мух. Все мушки на нее прилипли и померли. А вот яйца, которые от них остались. И корни цветка, да, корни цветка, они все эти, тут было все белое практически. Вот они у меня за ползимы, можно так сказать. То есть это дело все съели. О, вот тут хорошо видно, вот они прям. Все эти, все выели. Вот, ну это как бы из того основного вроде, что я хотела вам показать, чтобы можно было посмотреть, убедиться. Вот, единственное, что сейчас, конечно, начитавшись на форуме, хочу сделать досветку, но пока как-то руки не доходят, вроде как и некогда. А, вот, значит, мне тут вчера отдали одного пациента. Но тут, скорее всего, уже без вариантов. Стоял у бабушки, был в воде. Курт, отстань от кота! Был в воде. Вот. Тут, конечно, совсем беда. Я его пока поставила на шишки и чуть-чуть внизу водички налила. Ничего я ему не обрезала, не подрезала, не ковыряла. Вообще ничего не трогала. Поставила. Ни в чем не вымачивала. Будем смотреть, получится, не получится. Я очень сомневаюсь, потому что точка роста у него уже все. Вот. Ну, будем смотреть дальше. Если хоть чуть-чуть оживет, воткну его в такой же горшок. И он у меня полезет. А, еще я хочу сказать, что растения, которые я приношу с магазина, корни я... Вот так у нас цветы ломаются. Ну-ка, брысь отсюда. Корни я не обрезаю старые, не подрезаю, ничего никаким не обрабатываю. Вот как оно есть, так я его и сажаю. Вот. Сами корни постепенно начинают перегнивать, перепревать внутри горшка. Дают питание новым корням, которые тянутся к нему, к этим старым, туда-вниз. Вот. Поэтому, скажем так, это способ выращивания для ленивых. Один раз посадил, и забыл. Вот. Я их не пересаживаю, не удобряю, ничего с ними не делаю. Вот они у меня так стоят. Сами по себе, скажем так. Ну, если будут вопросы, задавайте.